В Алматы открылась первая платная парковка. Она расположена по улице Зенкова, рядом с фабрикой «Рахат». И пока функционирует в пилотном режиме. То есть штрафовать за нарушение никого не будут, а только разъяснять правила использования и методы оплаты. Оплатить стоянку можно будет несколькими способами. Первый – с помощью паркоматов, которые расположены непосредственно на автостоянке. Они принимают монеты по 50 и 100 тенге и банковские карточки. Напомним, что стоимость парковки в час составляет 100 тенге. Счетчик включается после 15 минут бесплатной парковки. Значительным минусом паркомата является то, что исключена поминутная оплата. То есть, если вы оплатили за час, а уехали через 20 минут, то автомат сдачу не возвращает. Другим минусом стал тот факт, что нужных монет в кармане водителя может не оказаться, а купюры аппарат не принимает. А вы мне чек же должны дать, я же должна после выезда предъявить его. Оригинально, конечно. То есть я должна побежать, разменять, обратно прибежать. Кстати, для инвалидов предусмотрены специальные места, плата за которые взиматься не будет. Поминутный контроль времени на стоянке предусмотрен, если у водителя есть смартфон с системой Android. В этом случае необходимо загрузить мобильное приложение парковки Алматы и зарегистрироваться в личном кабинете. Система выдаст специальный парковочный счет, откуда будет списываться оплата за стоянку. Также можно открыть счет, сидя дома за стационарным компьютером, зайдя на сайт aparking.kz. У кого нет смартфона, а простой кнопочный телефон, может воспользоваться системой SMS-сообщений. Для этого необходимо отправить на специальный номер 7757 сообщение о начале парковки и время завершения. На пилотной автостоянке сейчас работают 15 пеших инспекторов. Каждые 15 минут они фиксируют на специальные планшеты все припаркованные машины и их госномера. Все данные поступают в специальную базу. Если система выявляет нарушителей правил, то сигнал о них поступает пешим инспекторам. Разработчики исключают возможность оплаты наличкой, а все факты нарушения правил будут сразу передавать в ДВД для выписки штрафа.